Всем привет, дорогие друзья и любители Ютуба. Думаю, что каждый из вас хоть когда-либо, но играл в Clash Royale. Разумеется, хочу вам зайти на мой клан, точнее на клан моего друга, моего ученика по съемкам сериалов и самого съемщика-актеров. Клан очень дружелюбный, хороший, и, разумеется, мы будем вам помогать в чем-либо. В общем-то, приятного просмотра. Пошел ты! Зачем оно тебе вообще нужно? Оно такое красивое, дает много сил. Шон упустил свой шанс, а я так не сделаю. Ты уже не тот, Райдер. Ты убил Шона и чуть не погубил моего учителя. Я отомщу за них. Не волнуйся, я подготовился. Учитель, вы живы? Да. Я сделаю это, мастер Кенни. Я убил его. Я знал это аж с нашей первой встречи. Друзья, этот человек, мой ученик, спас наш город. Все мы ему благодарны. А также мастеру Рэю за помощь в битве против Райдера. Флинт, как я и обещал, после победы над этим врагом у тебя появится портал. А что будет? Ты вернешься в свой мир. Удачи, мастер Флинт. Счастливо! Что? Я все это время спал? Да нет, это же не может быть сон. Это не сон. Как-то все это странно. Ведь раньше Шон и Райдер были друзьями. Про какой-то турнир шла речь. Говорили, что Шон — это легендарный воин, и Райдер тоже. Интересно, как все это было?
Привет, я вернулся. Привет! Ну как все прошло? Да, Райдер повержен. А помнишь, когда он был нашим другом? И еще этот турнир. Какой? Ты что, забыл?